Итак, всем здравствуйте. Я сейчас нахожусь у входа в отель Club Hotel Serra. И сейчас покажу вам, что расположено в отеле, территорию отеля. Ну и кое-что расскажу про него. Кому интересно, оставайтесь со мной и пойдемте. Итак, это вот местность вокруг отеля. Вот. И вот уже начинается сам отель. Вот он, Club Hotel Serra. Это центральный вход главный. Такие столики здесь. Отсюда приезжают автобусы. Видите, такой спуск крутой. Подъем, вернее. И вот туда они дальше спускаются там. И мы заходим. Территория. И мы заходим в лобби. В лобби сразу мы заходим, тут сразу же ресепшн. Если поворачиваем направо, давайте вот так пройдусь с вами, значит, здесь у нас стоят столы представителей турагентств. Там вот Библиоглобус, Тестур, Анекс. Здесь Guest Relation находится. Вот. Дальше, если мы пойдем, то тут такая комнатка небольшая. Тут нет кондиционера почему-то. Вот. Но она всё такая уютненькая. Балкончик. И вот этот лифт, он ведет к корпусу парк. Потом спустимся мы на этом лифте, и я дополнительно покажу, как пройти к корпусу парк. Вот, а сейчас мы возвращаемся обратно в лобби. Итак, мы вернулись в лобби. Вот у нас столы представителей турагентств. Ну, здесь, как всегда, какие-то магазинчики расположены. Их тут много достаточно на территории отеля. В принципе, вот в лобби, в частности. И такое помещение. Вот здесь. Много кресел, много столиков. Можно посидеть. Здесь кондиционер. Очень прохладно, очень комфортно. То есть можно провести время. И здесь бесплатный интернет. Вот. Только здесь он бесплатный, на остальной территории это платная услуга. Здесь бар находится, здесь только напитки. И вот эта лестница на второй этаж, на третий, соответственно, дальше, поднимаешься. Там уже находится ресторан, сейчас туда тоже пройдем. Здесь лифты. Ну, вот такое вот, в общем-то, достаточно просторное помещение, где можно посидеть, отдохнуть. Здесь вот консьерж. Андрюш, пойдем, наверное? Вот. Здесь лифты. И вот в этом уголочке спа-зона. Здесь спа-процедуры все проходят. Здесь виси. Мы когда приехали, мы, конечно, тут немножко запутались, не знали, куда бежать, что делать. Ну вот, как бы, рассказываю, если что, пользуйтесь. Здесь эскалатор, он спускает вниз, и вот этим путем можно попасть уже непосредственно на территорию отеля. То есть сейчас мы в главном корпусе, а здесь эскалатор довезет вас вот до коридорчика, который ведет на территорию отеля. Туда мы тоже потом спустимся, а сейчас идем в столовую завтракать. Давайте поднимемся по лестнице. С лифтом понятно все. В лифте кнопочки L — это лобби, R — это ресторан. Такие лестницы здесь ковровые. Thank you.
вот у нас получается этаж, где ресторан. Так он выглядит. Так, вот там, по-моему, если не ошибаюсь, тоже виси. Здесь вообще с этим проблем нет, они везде. Ну да, вот. Ну и здесь тоже можно при желании, при необходимости посидеть. Мягкие кресла, столики. Все такое красно-золотое. Ну, как я уже говорила, да, лифт. Если мы вышли из лифта, то мы бы пошли вот сюда. И вот у нас вход в основной ресторан. Но здесь особенностью отеля, что вот в этом ресторане только завтрак и обед. Ужин здесь проходит в другом ресторане, я потом его покажу. Ну и, соответственно, нельзя шорты. И вот расписание. Обед с 12.30 до 14.30, завтрак с 7.00 до 10.30, ночной суп с 0 до часу. Вот он, Club Hotel Serra. Ну вот мы покушали и двигаемся к пляжу. Сейчас, да, я нажму. Лампочку. Пойдем. На лифт поедем. Так, здесь Элечка лобби. Ресторан. А это что? Итак, мы вот снова подошли к эскалатору, спустились на лифте и подошли к эскалатору. Спускаемся на нем вниз и уже идем на территорию отеля, где находятся бассейны, рестораны. Если мы повернем в ту сторону, мы можем дойти до здания парк Hotel. Вот, а направо у нас, там я отдельно поснимаю, а направо у нас территория бассейна, с бассейнами. Вот. Сейчас время уже 8, народ, кстати, много. Вот такая вот территория, очень красивая, зеленая, ухоженная. Очень много мест, где можно посидеть, что вот меня очень радует. Здесь расположена у них стоянка для автомобилей. Здесь можно выйти в город, калиточка. Ну, там, естественно, секьюрити сидит, телефонная будка, аппараты телефонные. И вот здесь ряд магазинов начинается. Сейчас они закрыты. Днем все это выставляется. Тут такая узкая тропиночка. Так, здесь здание очередное с номерами. Вот и магазинчики. Так вот, уже столики везде, все зеленое, все такое классное. Неотъемлемая часть. Так, инфо. Вот здесь выдают, меняют полотенца. Так, вот здесь где-то детский клуб. Вот здесь где-то детский клуб. Видите, Kinder Club. Но он сейчас закрыт. Давайте пройдем. Это мне дочь сказала. Они там смотрели. А, вот. Вот здесь вот территория, видите, детского клуба.
Вот наверх, наверное. Но я там сама не была, сейчас закрыта, смысла нет идти. Мы маленькие, еще туда не ходим. Вот, тут видите, с 4 до 15. Поэтому. Но вот, ребята, дочка познакомилась здесь с мальчиком, с девочкой. Они там ходили, смотрели мультики. Ну, или какие-то фильмы там, не знаю, что они смотрели. Вот. Здесь бассейн. Здесь вот кожаные изделия. Вот они приглашают нас поехать по магазинам с ними. Посмотрим, поедем, не поедем в итоге. Это бассейн с обычной. Это вот первый бассейн, который встречается. Он с обычной хлорированной водой. Что-то поздно он работает, до 23, по-моему. Здесь все время кто-то плавает. Здесь вообще вот с основным не знаю, мы там не купаемся. Ну, там вот около моря, который бассейн, не знаю, мы там не купаемся. Сейчас я его покажу все равно. Вот. А вот, вот этот и бассейн с морской водой. Вот это до 23 официально, а вот с морской вроде написано до 6. Ну, как-то очень лояльно сотрудники отеля относятся. То есть 6 не вышел, никто не выгоняет. Народ все равно приходит, плавает. Это вот кафе. Кафе. Здесь можно где-то часов с 3, по-моему, попить кофе, пироженки здесь. Так. А это вот ресторан, вход в ресторан, где проходят ужины. То есть, как я уже говорила, да, там вот в ресторане в основном там только завтраки и обед, а ужины проходят вот в этом ресторане. Здесь, ну, естественно, все это накрывается. Несколько там площадок, где стоят столы. И розы красивые. Нет, территория, конечно, очень ухоженная, очень красивая. Вот это очень радует. Ну, здесь вот это, по-моему, платная кафешка, такой магазинчик, кафешка. Так, и вот теперь смотрите, если мы сейчас возьмем левее, вон туда, к буковкам Love, я потом тоже сниму, то мы попадем к морю. Если мы сейчас пойдем прямо, что мы, собственно, и сделаем, то мы пойдем к бассейну с морской водой. Сейчас мы пойдем к бассейну с морской водой. И с той стороны вам все покажу. Вот эти такие тут вазы золотые. Вот стенд анимационный. Ой, вот это такая лужайка. Здесь вечером детвора бегает, носится. Тут вообще, конечно, травка такая. Прям снимаешь сланцы. Такая она мягкая-мягкая. Вот такая вот здесь. Прям очень классное место. Видите, какое. Сейчас, конечно, здесь никого нет, потому что очень рано. А вот вечером... Народу здесь много уже. Ну, вообще-то здесь такого вот скопления народа большого где-то в одном месте, ну, вот, особо нету. Потому что как-то много вот местечек, куда можно пойти. И, видимо, поэтому народ разбредается, и нет ощущения толпы. Да, конечно, много народа, его видно, но нет такого, что прям вот... Так, вот смотрите, мы подошли, здесь всего 3 ресторана а-ля карт. Вот это один из них. Это Mongolian ресторан. Его нужно бронировать заранее. Напитки здесь платные. Вот здесь бар. Garden Bar. Здесь музыкальная программа. Каждый вечер живая музыка. И вот столики стоят. Вот это ресторан Олимпус. Один из ресторанов. Здесь можно позавтракать, пообедать и поужинать. Он такой самостоятельный ресторан. Вот время его работы. Он работает с 9 до 11. Потом обед с 12.15 до 18.00. И ужин с 18.30 до 24.00. Но здесь особенность такая, что здесь нет шведского стола. Что здесь только по меню. То есть вы приходите, садитесь, вам никуда бегать не надо, вам просто все приносят.
здесь вот бар-бассейн находится. Но он как-то часов с трех, по-моему, работает. Вот. Вот еще классно то, что вот мы прилетели где-то было там 10:30. Вот в Олимпус нам сказали, бегите. Мы прибежали без 15:11, сели, и нам все, короче, нас обслужили, мы поели, мы там вышли, уже было 11 с лишним, но там они до последнего. Если вы вошли там даже за 2 минуты до 11, то вас обслужат. Вот еще вход тоже к бару и вот к вот площадке со столиками, где живая музыка. Так, давайте вот так сейчас я пройду, здесь покажу. Это как раз бассейн с морской водой. Бассейн с морской водой. Вот здесь включаются такие водопады и горки. Но горки здесь маленькие. Сейчас пройдусь, покажу. Я, конечно, думала, что... Ну, посмотрела, горки есть. Думаю, ну, горки есть, все нормально. Но я не думала, что они такие маленькие. То есть, по сути, они детские. Взрослые катаются, ну, так, ради прикола. Они, конечно, выдерживают. Но вообще они детские. Потому что они такие, вот видите, включаются они где-то, по-моему, с 9 часов они начинают работать. Ну, здесь вот кабинки для переодевания, душ. Вот здесь в теннис играют настольный. А там вот у них поле, по-моему, там большой теннис тоже можно поиграть. Вот я видела, приходили мужчина с девушкой, это, с ракетками, со своими, правда, наверное, я так понимаю. Давайте по мостику пройдусь. Вот. Да. Вот так все это выглядит. Красиво, да? Вот очень такой вид. Все эти арочки такие красивые очень. Так. Здесь проходит вечерняя программа, анимационное шоу. Смотрите. Россия, по-моему, они огромные. Посмотрите, как низко летит. Ну да, Россия. Они двухэтажные, сами такие, сами по себе. Они, в принципе, здесь самолеты низко летают, а эти еще и огромные, к тому же. Тоже здесь такие арочки, пофоткаться можно, красивые фотографии, я думаю, получится. Так, ну и пойдемте. Дальше. Так, что у нас? Вот здесь у нас пирс. Но мы здесь не отдыхаем, потому что дети, ну, маленький один. Вторая, наверное, в общем-то, рада была бы. Здесь спуск в воду. Вот, смотрите, видите, лежаки на пирсе есть. И вот здесь лежаки есть. Но спуск в воду вот по ступенькам. То есть это такой каменный пляж называется. Вот такой вот. Там вон мостик. Здесь вот еще один бар. Он открывается часов тоже, по-моему, в 9. Нет, в 10:30. В 10:30 он открывается точно. Вчера мы уточняли. Вот такой красивый фонтан. И вот, собственно, я так обогнула. Видите? Лапсера. И мы пришли вот обратно. Вот к этой развилочке. Вот в ту сторону будет бассейн с морской водой. Сюда бар. И там вот ресторан Олимпус. То есть вот так вот.
Сейчас пройдусь, покажу вам еще. Еще здесь один пляж есть. А, вот здесь вход в него тоже. Давайте здесь пройдем. Это детский пляж. Но здесь всегда лежаков вообще более чем достаточно, потому что здесь вода, ну, то есть, как бы, очень мелко. То есть, фактически до конца вот этого затона, можно так сказать, да, как его назвать, не знаю, там где-то там взрослому человеку, наверное, там максимум, может быть, по пояс будет, и то, наверное, не будет. Вот здесь очень-очень мелко. Здесь прям вот для детишек, для совсем маленьких. А вот здесь вот до середины, там вообще даже детям где-то по колено. Вот такой вот, ну, прям детский-детский пляж. То есть поплавать взрослый человек здесь, ну, вряд ли сможет. Вот этот проем, вот я хотела пройти, думаю, может быть, там пока ребенок здесь сидит в воде, там, допустим, с мужем, там, я туда проплыву. Прошла я вот через эту арку, но уже на подходе к этой арке начинаются камни, и такие большие, достаточно неприятные. То есть, в принципе, чисто теоретически пройти туда можно, но там вот уже камни, осторожно, если будете пробовать. Я не пошла дальше. Но смотрела, там девушки выходили. Так, ну вот такой пляжик. Там вон еще зона с лежаками. Ну, сейчас пройдусь туда тоже. Сейчас вернемся здесь. Здесь песчаный пляж. Песочек-песочек. Вот. Вот здесь можно тоже пройти, там ресторанчик. Ну, сейчас я вот там, наверное, пройдусь, чтобы показать вам еще один ресторан. Ну вот, давайте сюда пойдем, вот где Club Surf Beach Bar, через него пройдем. Здесь вот. Там тоже параллельно можно было бы пройти. Но я просто хочу вам показать еще один ресторан а-ля карт. Вот он. Мексиканский ресторан. Соответственно, то же самое. Вот отсюда мы могли бы выйти. Мексиканский, соответственно, то же самое. Его нужно бронировать заранее. Напитки здесь платные. И вот здесь вот можно пройти к морскому пляжу. Вон там тропиночка, но мы сейчас другой дорожкой еще пойдем. Я просто покажу, что она здесь есть. Вот видите, тут вот. И там прям выходите к бассейну, к тому. Такая еще здесь зона. Это вот опять детский пляж, с которого мы только что ушли. А здесь просто вот столики. Видите, даже лежаки так вот стоят. А мы сейчас вон той тропиночкой пройдемся. Такая еще тропиночка есть, видите? То есть тут мы проходим. Ну вот у нас с левой стороны у нас вот наша вот эта лужайка, которую мы проходили, я уже показывала. Смотрите, тут такой столик, кстати, может тоже уединиться. А это ресторан суши. Но вход в него с другой стороны, сейчас покажу. Это мы просто проходим. Вот. Мы вышли опять к этой лужайке. Вот тут вот черепах очень много. Тут сейчас не вижу ни одной. Вообще ползают их очень тут много. Не знаю, спрятались, спят, наверное. И вот мы вышли опять в кафешки.
Вот эта тропиночка можно пройти. Я вам сейчас вот здесь покажу место, красивое тоже. Вот они, наши буковки Love. Мы идем. Смотрите, какая тут красота. Вот. Все такое. Андрюша, мы на пляж пойдем, на морской? Я думаю, идите туда, я сейчас приду, я просто дорогу покажу. Вот. И здесь вот, видите, бич-пляж. К третьему бассейну мы выходим здесь. Вот ресторан в суши. Суши-ресторан, видите? Вход в него. Это вот бассейн.